выставка очень активная, доброжелательно настроенный посетитель. Мы все истосковались по общению в офлайн-форме. Вот. И, конечно, выставка очень удачная. Я думаю, что многие коллеги, мы беседуем со многими стендами здесь, меня поддержат. На выставке «Интерткань» мы участвуем первый раз. Нам очень нравится организация, нам очень нравится сервис. В прошлый раз мы пропустили сезон, в этот раз нам удалось приехать. И мы очень довольны, много клиентов, очень позитивный настрой. Из-за того, что это одна из первых выставок в России, то наплыв посетителей и гостей превзошел все ожидания. Я думаю, люди изголодались по общению и по новым направлениям в этой отрасли. Впервые участвуем на выставке «Интерткани», второй раз в составе группы «Made in Uzbekistan». Мы очень довольны этой выставкой, мы впервые участвуем и очень довольны этой выставкой. Я считаю, очень удачной эту выставку. И каждый день много народу, вот вы смотрите, смотрит наш стенд. И мы очень хорошо расположились, очень гостеприимная выставка. Если говорить о выставке самой «Интерткань», то мы довольны результатами работы, она достаточно посещаемая, много клиентов. Мы нашли заинтересованность, в том числе от новых клиентов, хотя мы уже давно на рынке, но тем не менее есть много интересных, кто вносит новые предложения. Но основная работа начнется, конечно, после выставки, прайс-листы, просчет и так далее. Но, тем не менее, выставка достигла своего, на мой взгляд, результата, что соединило производителя и с тем, кому мы нужны. Спасибо за внимание. Мне очень понравилась вчерашняя деловая программа, то, что обсуждались очень важные для меховой промышленности вопросы. Мне очень понравилось, как организована выставка, что здесь есть оборудование, что здесь есть текстиль, что здесь есть мех.